Мелкий, что делаешь? В комп играю. Дай поиграть. Нет. Ну дай поиграть. Не дам, я сказал. А я тебе тайну расскажу, давай. Какую тайну? Я сейчас с мамой разговаривал. Она меня больше, чем тебя любит. Нет. Серьезно? Не может быть. А смысл мне врать? Одинаково она нас любит. Нет, меня больше. Одинаково она нас любит. Нет, меня больше. Мам! Мам! Да, сынок? М? Там в морозилке два мороженого, одно мне, одно маме. Одно мне. Одно мне, одно маме. Одно мне. Нет. Ну давай. Давай, разнуйся, давай. А знаешь, у нас есть двоюродный брат. Она его больше, чем тебя любит. Неправда. А троюродный, знаешь, есть? Вот вы с ним на одном уровне. Я на этом уровне? Нет, ты вот на этом. Я на этом уровне. Ладно, слушай вторую тайну. Какую? Ты приемный. Я не приемный. Ты приемный. Сам ты приемный. Мы тебя взяли только из-за материнского капитала. Я же раньше этого закона родился. Ты здесь нас подвел? Мама любит меня. Она даже сама меня купает. Знаешь, почему она сама тебя купает? Почему? Мы тебе не доверяем. По квартире слушок пошел, что кто-то мыло подворовывает. Я не вор! Ты вор! Я не вор! Ты вор! Сам ты вор! Здорово, Серег! А, привет, за дисками? Ага. Сейчас. Че делаешь, малый? В комп играю. Ну, играй, играй, пока можешь, конечно. Чего? Все тебе не говорят, да? Не хотят тебя расстраивать, наверное. Чего не говорят? Че, все тебе соседу отдают? Какому соседу? Ну я с мамой твоей разговаривал, он говорит, двоих вообще не вывозит. Серега, говорит, они больше любят, чем тебя, поэтому тебя, соседу, все. Ничего не больше. Я вообще вырасту и побью тебя. Ты не вырастешь. Как не вырасту? Тебе что, вообще ничего не рассказывают? Чего? Я мимо больницы шел, твои анализы взял. Ты карлик? Я не карлик. Ты карлик? Сам ты карлик. Павлик, а ты голодный? Ой, нет, спасибо, тетя Лен. А мороженое будешь? Ой, это можно. Держи. Видишь, даже ему предложили. Да что ты ноешь? Прекрати, ну что ты все время ноешь? Мама, меня Сережка бьет. Кто это тебя бьет? Ты же сам себя бьешь. Ай! А? Ты зачем сам себя бьешь? Ты чего себя бьешь? Все, мелкий, вали давай, ко мне сейчас Катька придет. Не свалю. Иди, говорю, Катька сейчас ко мне придет. Нет. Привет. Ой. Ой, а кто это у нас такой тут маленький? Кто это у нас тут такой хорошенький? Это я. Кать, скажи, а сколько ты весишь? Ну, не знаю, где-то 50 кг. А почему у Сережки в телефоне ты подписана «Катя 100 пудов»? Ты что говоришь такое? Да, да он... Ай! Ты что там собьешь? Ты что, мамину вазу разбил? Ты с ума сошел? И же отец ее на юбилей подарил. Нас теперь обоих убьют, блин. Ребята, какой это звук? Господи, боже мой, какой ужас! Это же моя любимая ваза! Так кто это сделал? Я спрашиваю, кто это сделал? Мам, это я. 2 недели без карманных денег. Ты взял вину на себя? Да. А почему? Ну я-то родной, мне ничего не будет, а вообще убили бы, да чё? Да ладно, ладно.